На конкурс «Дети читают стихи» labyrinth.ru. Казанцева Анастасия Руслановна, 6 лет. Город Орел, Лидия Суцкая, кто согреет солнышко? Всем зимой холодно, домик будет скорей. Остается солнышко, кто его согреет? Раньше согревало, были солнце рады. Теперь любуются танцами снегопады. Нарисую солнышко себя в альбоме, как будто станет посветлее в доме. Напишу записку, я уже умею. Не печалься, солнышко, я тебя согрею.